там, ну, пускай сохнет пока у нас. Сейчас мы с вами будем рисовать наш предпоследний, четвертый этап. Вот здесь вот, вот у нас будет уже более зеленое. Мы сейчас прорисуем его, деревья, и потом вернемся обратно к этим деревьям, нарисуем их до конца. И перейдем на поле подсолнуховое. Берем ту же самую кисть, мы ее не мыли. У нас с желтым цветом. Он уже высохла к тому времени. Немножко ее помякаем. И набираем желтый цвет. Желтый там вместе с зеленым. У меня здесь изумрудное даже есть. И прорисовываем. Не боимся, попадаем на деревья. Даже будет лучше, если мы на деревья попадем. Так как не придется их обрисовывать, а будет все гораздо натуральнее. На дом стараемся не попадать. Дом — это дом. Все у нас аккуратненько. Хотя, в принципе, на дом попасть можно, будет все равно цвета коричневого. Здесь будет побелее, с этой стороны лучше не попадать. И под кустик можно попасть. И доходим до нашего основного, огромного лавандового поля. Видите, почти дошли. Здесь мы немножко зелененьким добавляем. У меня здесь изумрудно-зеленый. Он находится у меня в желтой краске. Вы можете взять его, если он у вас там находится. Сразу делаем. У нас там разные бугорки. А над домиком у нас еще есть цветы. Растут там небольшая, смутная такая полянка цветов. Это мы берем, значит, оранжевый. И чуть-чуть сверху вот тут оранжевенький. И его начинаем размазывать. Ничего страшного, если он немножечко не размажется. Размазать можно всегда. И сверху немножечко добавляем желтенького, зелененьким. Видите, как становится красиво. Вот он идет, так вот. Ну и, соответственно, с этой стороны мы тоже. У нас здесь тоже так же пойдет желтый, зеленый. Тут какие только цвета есть. Все цвета мира. Здесь, я думаю, мы деревья немножко так закрасим. Может быть, они у меня будут маленькие. Там, может быть, большие. Там я потом решу. Может быть, у меня здесь будут кустики какие-то походить. Так. Тут у меня уже изумрудный заканчивается. Возьмем мы с вами изумрудный. К
Картина очень получается красивая. Через камеру это не особо заметно. Чуть-чуть берем изумрудный и ее вот так вот полосочками выставляем. Так вот. Вон, кстати, вот тут вот чуть-чуть ее. Чуть-чуть мы ее вот так размазываем. И вот тут начинаем размазывать немножко. Вот так вот. Немножечко берем желтенького. Домазываем там желтенький. И видите, получаются такие поля. Вместе где-то зелененькое, где-то желтенькое, где-то оранжевенькое. Сейчас мы с вами добавим. Тут в середине тут оранжевенький. Вот, как красиво. Вот тут вот сейчас. В принципе, здесь вот можно вот эту вот краску доложить. Вот. Вот возле дома вот краску надо сделать. Ее мы возьмем сразу маленькой кисточкой. Проделаем вот тут возле дома, чтобы она особо не отличалась. Мы возьмем немножечко капельку совсем изумрудной. Вот она. Вот она как красиво. Так. Пока у нас наши поля сохнут, мы с вами займемся лавандовым полем. Сначала мы его с вами нарисуем оранжево-красным цветом, так как, может быть, вы заметите, между рядами есть такие оттенки. Рисовать мы его будем, опять же, большой кистью. Берем. У нас за место красной гуаши обычно алые. Берем мы алую краску. Сейчас ее откроем. Опа. Вот она у нас алую. Наверное, мы смешаем немножечко желтый. Сейчас посмотрим. Красим вот так вот алый. Наши ряды темного карандаша видны. Остаются. Можно также немножечко постараться закрыть этот карандаш. Тут. Мы видим, совсем чуть-чуть видим. В принципе, он даже нам не мешает. Он немножечко даже нам помогает, чтобы в этом ряду не запутаться.
получается у нас, видите, такое красное поле. Красное поле. Мы добавим все-таки, наверное, давайте белый. Добавим белый. В белом у нас есть уже немножечко фиолетовый. Мы будем с вами рисовать его мазками. Вот так вот. Так оно идет. Раз. Два. Там остается немножко красненький. Два. Три. Смотрите, получается красиво. Моем кисточку. Сейчас будем рисовать сами лаванды. Берем опять нашу троечку. Здесь вот разводим фиолетовую с белым. Разведем побольше вместе с водичкой. Перемешиваем. Берем белую. Отсюда же. Белую можно немножечко так с краешку развести. Потом в нее добавлять немножечко фиолетового. Отжимаем кисточку. И начинаем прорисовывать. Берем кончик кисточки и так вот вдоль, такими вот движениями идем. Раз, 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 раз. Была узенькая, а вот здесь она идет у нас пошире немножечко. Здесь они становятся похоже на конфетки «Родные просторы». Такими треугольничками, как будто. Ну, потом второй ряд вот так вот. И, видите, наверное, посередине ряда появляются красные дорожки. Не спеша, можно немножечко неровненько даже. Беленьким чуть-чуть добавляем. Так вот. Все-таки у нас лаванды там. Ну, какие-то поля непонятно с чем. Здесь они, конечно, у меня получаются гораздо толще, чем на картинке. Вы можете, в принципе, взять кисточку гораздо тоньше. Сделать очень тоненькие их. Так же, как на оригинальной картине. Вот. Видите,
сверху вот так вот темненького. И тут кончики вот так посветлее делаем. Здесь вот. Ну, смотрите, красивые. Беленьким. Так вот. Видите, с этой стороны получается белый, а вот с этой стороны получается темно-фиолетовый, что как раз преображает лаванду. То есть они не просто какие-то там полоски идущие. Беленький. Тут немножечко темненький. Получаются такие разные, симпатичные. Немножечко беленькая с одной стороны у нас. Тут беленькая. С другой стороны вот темнее. Темнее. Сейчас фиолетовую. С другой стороны темно сделаем. Вот, смотрите, она преобразилась. Причем через камеру на экране. Она видна гораздо красивее. Они видны узенькие такие, длинненькие. У меня как-то тут прям потолще получились. Так, теперь займемся деревьями. Как я говорила до этого, деревья наши уже высохли. Полянки наши тоже уже высохли.
Домик у нас еще с вами. Давайте займемся сначала вот дальними вот этими деревьями. Немножечко. Его немножечко сделаем побелее, потому что получилось так, что как будто оно какой-то акварелью нарисовано, непонятно. Мне хочется, чтобы оно мазками было немножко. Вот тут вот мы немножко желтеньким добавим. Немножко беленьким. Тоже немножко желто-белый. Вот чуть-чуть. Так, там мы добавим оранжевый. Желтеньким таким немножечко. Так. Здесь у нас более синий, скорее всего, мне кажется, он даже зеленый. Наверное, мне кажется, он даже изумрудный. Там такой изумрудный синий. Сейчас будет еще. Или синий. Нет, мы сейчас с вами по-другому сделаем. У нас есть немножечко голубой. Не нравятся мне эти деревья. Мы с вами голубую красочку разведем вместе немножечко зелененькой. С изумрудно-зеленой. Чуть-чуть добавим изумрудный. Изумрудный немножко уже есть желтенькое. И получается у нас такая голубовато-зеленая краска. Вот. И вот эти вот непонятные наши деревья. Мы ей сейчас и закрасим. У нас вот это вот дерево. Вот. Там вот теперь вот такого не надо. Вот это вот дерево тоже. А то оно там начало уже сливаться с дальним фоном. Даже надо немножко побольше. Немножко побольше голубого цвета возьмем. Вот. Ну, капельку изумрудного. Все это перемешиваем. Еще чуть-чуть. Не бойтесь класть, кладите больше. Смотрите, берите бумажечку, проверяйте, сравнивайте. Ничего страшного, если у вас получится ярче, можно добавить, можно развести рядом, в конце концов. Есть еще вон сколько, много ямочек в палитре. Так. Продолжаем. Значит, тут мы, смотрите, дерево уже нарисовали. А вот тут дерево у нас идет. Значит, вот тут у нас оранжевое будет. А тут у нас пойдет как раз вот это вот дерево. Вот оно, смотрите, какое. Дерево. Кустик. Кустик. Здесь над домиком у меня. Тоже такое дерево, какое-то сине-зеленое. Также у меня вот тут в конце полянки такое же дерево.
Берем вот теперь белую красочку и беленькой преобразовываем тут. Тоже также преобразовываем в разнобой. Тут вот тоже немножко. Здесь вот беленьким. И тут вот чуть-чуть. И здесь наши все синие. Сине-зеленые деревья. Вот оно какое красивое у нас. Это фиолетовый мне добавится уже. Если у вас, допустим, получилось так, то что здесь огромное белое пятно, возьмите еще немножко краски и его просто вот так вот закрыть. Так вот. Тут можно немножко. У нас пошли оранжевое дерево. Здесь у нас находится оранжевое. Потом пойдет зеленое. Берем оранжевую краску. И такими же движениями появляется у нас оранжевое дерево. Такие у нас с вами разноцветные деревья. Оно немножечко выше, оно доходит немножко до всех полянок оранжевых тоже. Тут у нас оранжевая. Так. Тут есть и вот здесь. Здесь у нас тоже вот так вот. А здесь мы с вами сделаем зелененькое дерево. Зелененькое, и вот нам еще вот тут вторая зелененькая сбоку. Зеленое, потому что у нас зайдет, скорее всего, на оранжевое дерево. Такое оно вот у нас сбоку. Теперь мы берем белый цвет. Кисть не моем. Берем белый цвет. И вот тут сбоку чуточку. И вот. Чуть-чуть вот тут вот преобразовываем. Придаем объем дереву. Снова берем чуть-чуть. Вот. И вот у этого дерева объем. Теперь берем зеленую краску, моем кисточку. И рисуем зеленые деревья. Опять у нас тут все подсохло уже. У нас идут маленькие кустики рядом с домиком. Здесь у нас идет кустик зелененький.
такой хорошенький, маленький кустик. И также у нас идет тут два таких же дерева. Немножечко потолще они будут. Берем также кончиком кисточки и прорисовываем. Они у нас идут почти вот до самого до сюда. И прорисовываем до сюда. Они все становятся тоньше, тоньше, тоньше. Потом вот так вот подходит одна иголочка. Вот. И второе дерево. Теперь мы берем немножечко беленькой красочки и чуть-чуть ее тут вот сбоку прорисовываем. Вот. Немножечко оранжевенькой берем. Рядышком немножечко вот так вот оранжевенькой прорисовываем. Вот. Становится красивым. У нас. Тут у нас с вами идет дерево зеленое еще. Тут у нас идет большое зеленое дерево. Оно немножечко на оранжевое. Оранжевое дерево немножечко зайдет. Немножко видно через него поле. Оставим такие дырочки. Вот. Закрасим немножечко сверху беленьким. Немножко тут со смоленьким. Вот. И чуточку фиолетовый. Как будто там через него, видать, какие-нибудь поля. Здесь мы тоже немножечко беленьким, чтобы было дерево объемным. Здесь тоже дерево не понравилось. Вот. Запрячем сейчас. Не подсохнут мы заново. Так, теперь мы, значит, займемся домиком. Домик у нас узенький. Цвет он у нас светло-светло-розовый, даже, наверное, светло-оранжевый сделаем. Его.
Сначала мы с вами его покрасим белым цветом. Здесь вот сбоку он как раз есть немножко розоватый. Вместе с водичкой, чтобы он был хорошо, чтобы красился. С этой. Кстати, вот с этой стороны он должен быть более белым, так как свет падает именно сюда. Как бы солнышко идет вот отсюда сюда. Он будет здесь более белым. В принципе, все деревья, видите, с этой стороны у всех все белое. А с той стороны потемнее. Берем немножечко оранжевенького. Здесь мы сейчас потемнее его сделаем. Так вот. Можно даже на дерево немножечко заехать. Это ничего страшного. Еще темнее надо. Здесь у нас потому что тень с этой стороны дома. Тоже немножко, видите, получается такими разводами, как будто его покрасили. Вот. А с той стороны у нас оно более беленькое. Тут мы его вместе с беленьким сделаем посветлее. Можно сначала так же вот покрасить. Оно немножечко будет похожим цветом. Потом мы сверху покрасим его беленьким. Вот. Теперь берем беленький и красим его беленьким. С этой стороны у нас немного побелее будет. Еще беленький. Вот так вот. Немножечко у нас внизу вот тут беленький. Чтобы было видно стену. Вот. Теперь берем мы с вами коричневый. Берем мы с вами темно-коричневый понадобится и светло-коричневый. Светло-коричневый есть, темный есть. Сначала мы крышу кроем темно-коричневым. Крыша у нас, скорее всего, с досками. И вот так вот аккуратненько, не залазя темным цветом на деревья, мы ее кроем или красим. Делать это лучше всего тоненькой кисточкой, маленькой. Вот она у нас коричневая.
Вот. И берем тоненькую кисточку. У меня это вот такая. Сейчас посмотрим, какой здесь. Что-то тут и не написано. Наверное, это двоечка, наверное. Двоечка или троечка, может быть. Синтетика. Берем коричневую и с другой стороны домика тихонечко так вот обводим. Показать, что крыша у нас и с другой стороны тоже есть. У нас крыша не только с одной стороны. Вот, преобразовываем также крышу. Сверху она у нас. Она оказалась у нас маленькой. Вот. Пока у нас с вами крыша сохнет. Немножечко еще покрасим беленьким. Немножко вот тут вот беленьким. Этой же кисточкой мы возьмем светло-коричневый. Такой вот цвет. Тут тоже все измазано. Покроем крышу сверху. Вот так вот. Берем беленький, немножечко пройдем тут вот беленьким, кисточку высушиваем, беленьким немножечко проходим. Опять высушиваем, берем немножечко светло-коричневую, коричневую краску и чуть-чуть вот ее тоже так вот сверху, чтобы эти белые линии не были совсем такими белыми, не бросались в глаза. Вот, вот так. Берем тоненькую кисточку и коричневым вот тут сверху проводим. Что у нас тут сверху? На домике лежит балка или палка. Вот. Так. У домика есть маленькое окошечко. Мы его нарисуем. Также от крыши у домика есть тень. Тень мы с вами нарисуем розово-оранжевым цветом. Я уже взяла немножко. Не розовый, а алый. Алый цвет с оранжевым. Чуть-чуть тут мешаю у себя в оранжевом цвете и сверху вот так вот здесь вот проведу. Вот она, тень.
с водичкой так. Так, пока у нас тут немножечко сохнет, мы займемся опять зелеными деревьями, которые мне, точнее, не понравилось, как они у меня получились. Немножечко добавим на них сейчас желтого. Чуть-чуть. Так вот. 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 Ну, в принципе, все. Тут чуть-чуть желтенький. Также мы еще берем зеленый цвет, и зеленым цветом мы под деревьями сейчас нарисуем, там у нас тоже тень, вот здесь вот, здесь вот под деревьями тень, вот такая неровненькая у нас. Здесь вот, вот. Здесь вот. Тут вот немножечко. Здесь вот тоже тень лежит. Вот. Здесь вот тоже тень лежит у нас. Хотя здесь сейчас подсолнухи пойдут, но все равно. Она должна немножечко быть видна. Смотрим, все ли у нас на месте во всех четырех этапах. Ничего ли мы не забыли? Остался у нас только домик. Домик у нас подсох. Хорошо подсох домик. Мы берем опять тоненькую кисточку, тоже белую. А, вот же написано. Троечка, да. Это троечка. Берем голубой цвет. У нас будет там, не знаю, это, наверное, дверь голубая. Тут вот прорисовываем голубую дверь. Немножечко ее придется подсушить. Сейчас быстро подсохнет. Пока она сохнет, голубая дверь, мы подрисуем коричневое окно. Даже, наверное, светло-коричневое мы подрисуем. Здесь тут у нас вот кошка. Немножко темноватенького добавим. Тут у нас рамы такие вот. Добавим немножечко. У дома рисуем угол беленький. Здесь вот. Так вот. Не знаю, немножко зелененькой. Возле дома теперь зеленая вот стала видна лучше. Закрываю тут здесь вот наш карандаш, который постоянно виден. Здесь вот тоже, чтобы у нас дом не казался неровным, покошенным, кривым.
здесь вот чуть-чуть. Высохло. Дверь, правда, не совсем голубая получилась. Мы к ней, наверное, еще вернемся. Вот, вот так вот. Да, придется еще вернуться к этой двери. Да, еще домика не хватает. С этой стороны тоже мы делаем маленькую линию. У нас дом, крыша у дома деревянная. Тут тоже лежат досочки. Вот. Так, пока у нас дом будет сохнуть, пускай посохнет.